стратегические очистные сооружения на данном этапе готовы к приему сток. И они уже принимают эти стоки. Сейчас уже отлаживается технологический процесс. В этой зоне вот как раз у нас полная биологическая очистка. Она предусматривает о том, чтобы вода, поступающая у нас и выходящая, была на уровне этих пределов допустимых концентраций для сброса в рыбохозяйственные водоемы.